Всем привет! Вы на канале Межемеля. И сегодня мы будем делать ангонаец. Вы думаете, что я уже сделал? Нет. Я вам расскажу, как делать, потому что я начала без вас. Это уже понятно. Смотрите. Берете картон. Берете картон, красьте его свет, какой вы хотите. Я покрасила фиолетовый. Потом клеим вот такие вот два очень твердые кругляшки. Это подставка для торта. Сохранилась, и клеим вот так. Я буду ремонтировать со скотчем вот так, и на другой стороне то же самое сделала со скотчем. Клея у меня нету, а потом нашла вот такую вот специально для карандашей, вот такой коробочке лежала. Приклеила тоже скотчем. И вот. Все. Больше ничего не делала. Теперь нам нужна бумага. Это отфигаем. Нам нужна бумага. Не, мы писать ничего не будем. Берем из тетрадки находим середину, короче. Находим середину. Вырываем середину. Осторожненько. Вот так вот вырвали середину. Покажу. Вырвали середину. Закрываем тетрадь, если она хочет. И она нам может пригодиться. Сюда положу. Так. Вы думаете, я просто сижу? Нет, я думаю. Я потому что сама думаю. Я недолго думаю. Так. Нам надо ножницы, прорезать два листа. И теперь вот так вот первый лист по красным линиям. Не по красным линиям, загибаем на сейчас скажу, насколько клеточек правнее. На три клеточки загибаем. И с другой стороны загибаем тоже на три клеточки. Вот так должно получиться. Теперь сейчас приклеим.
так вот сделали, и сейчас примерим. Все. Теперь надо еще больше затянуть. Так. И вот так согнуть. Вот, читайте, сколько клеточек, я не хочу читать. Посчитали, все. Теперь у нас должна вот такая фигура получиться. И сейчас мы... вот так вот наверху. Загибаем. И внизу тоже загибаем. Сейчас я посчитаю, сколько клеточек. 3, 4, 5, 6 клеточек. 3, 4, 5, 6 А тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 Все правильно. Теперь у нас такая фигура, и вот тут обрезываем. Получается вот так. И вот тут тоже обрезываем. По линиями. И с другой стороны тоже самое. Обрезываем. И обрезываем. Должно получиться вот так. Теперь мы вот так вот чик загинаем и еще раз загинаем. И сейчас будем отрезать нужные, ненужные места. Вот вы сделали, да, вот так. И у вас там ненужные места. Надо их обрезать. Ну, посмотрите. Вот так. Чик. И вот так вот все края загибаем. А потом, видите, тут лишнее. Надо обрезать. Так. Начинаем. Так вот. Первое готово. Теперь вторая тоже обрезаем. Вот так вот. Теперь тут тоже обрезаем. Столько. Вот и все. Получилась лишь такая же фигура. И теперь мы должны... Это все вот так вот склеить скотчем.
Ой, что-то скотч мне туда пошел. Специально ровно. Ой, что-то фейл с скотчем получился. Ой, неровно получилось. Ну, короче, это фейл с скотчем. Другие стороны. Другие стороны я буду делать. Не скотчем. Степлером. Ой. Фейл получился. Скотчем. Там вообще что-нибудь закрепилось. Ну, что за файл? Там... вот что случилось. Вот файл. Друзья, так никогда нельзя делать. Этот момент скотчем нельзя доверять. Нельзя доверить скотчем вот такие моменты. Нельзя доверять скотчу такие вот моменты. Залезай. Ух. Лили как? Вы думаете, все это прикреплено? Нет. Это все по три части. Смотрите. Все по три части. Кто заставляет? Ну, теперь-то можно начать. Что-то там опять не то пошло. Ну вот что. Конечно, не то пойдет. Ну что за такое? Ну что за такой тень? Может, маленький степлер? Смотрите. Один на один сел. Смотрите. Там еще второй. И третий. Там три куска. Что такое? Сейчас один поставлю и все. Хватает. Целых три хотел. Нет, вот это тут. Еще поставлю один. Ну все. А с этими тремя, с этими двумя не буду мучиться. Не бойся. Кто скотчем сделал, спасу. Еще не закончилось. Не закончилось.
Что тут надо сделать? Ну все. Вот такая деталька должна получиться. Ну, если у вас получилось, можете делать скотчем. А если не получилось, как у меня, все-таки надо делать не скотчем. Рекомендую. Рекомендую. Так. Теперь вот тут делаем, приклеиваем такой разрыв. Сейчас я вам покажу. Надо замерить, какой рост. Так что надо опять лезть наверх. Так. От степлера опять. От маленького степлера, от нет вот этого, от маленького. Сейчас посмотрим. Вы думаете, что у меня нету маленького? Ну и как же? Смотрите, для маленьких степлеров. Сейчас я вам покажу. Сравните этот с вот этим. Ой, это наоборот. Это дело. С вот этим. Это с вот этим. Видно, что это маленький степлер. Ну так вот, так вот. Сейчас потом поставлю. Надо измерить, сколько цент. Измеряем. Три сантиметра. И надо сделать 4 сантиметра. Надо сделать 4 сантиметра. Обрезать. Вот 4 сантиметра. Ай, ну что ж такое? Если еще одна вещь, еще одна вещь мне понадобится, я вам покажу мой шкаф, где я беру. А то сейчас будет много комментариев. Еще одна вещь упадет. Подводим до нолик. Ой. Подводим до нолик. Нолик. А вы любите смотреть фиксиков? Если любите, ставьте лайки. Если честно, я их тоже люблю. Я сама думаю, что у меня дома есть фиксики. Вот так вот. Обрезываем. Обрезали, и теперь опять линейку и 1 сантиметр. Вот тут 1 сантиметр сгибаем. Вот так вот. Ну, примерно две клеточки. Если у вас точно получится 4 сантиметра. Thank you.
изгибаем эти 4 сантиметра. Ой, какие 4. 1 сантиметр сгибаем. А у кого нету линейки, просто сгибайте. Я вам сказала, 2 клеточки. Значит, 2 клеточки сгибайте. Ну и так вот. Должно получиться вот так вот. И мы должны скотчем. Мы должны примерить, сколько сантиметров. Ну, можно сказать, что вот тут где-то. Тут где-то. Вот тут где-то. Где-то вот тут. Где-то вот тут вот. Где-то вот тут, вот тут, вот тут. Вот тут вот отрезаем. Вот так вот отрезаем. Ну, у вас, может, длиннее будет. Всё. А потом сейчас вот так вот. Ставим, приклеиваем скотчем. Если у вас клей есть, клеем надежнее, может, клеем. А если у вас вообще есть картон, надо это все картоном делать. Главное, чтобы скотч, ну чё ж ты такой? Иногда вообще не больно, когда много скотча делается. Наконец-то. Сейчас я вам объясню. Смотрите, мы же сделали вот эти вот два, а потом ставим вот эти вот два, а потом вот так приклеиваем. Теперь вам все ясно, да? Кто не понял, спросите у родителей. Ну, примерно так.
Вот так должно получиться. И теперь мы вот такие вот делаем. Такие вот. Их надо сделать. Сейчас примерим. Их надо сделать примерно 11 сантиметров. Вот у меня сейчас у меня вот с половину 8, и надо еще 2 сантиметра. И надо таким сделать. Примерно раз, примерно два, примерно три. Ну, три раза таких. Таких штук. Таких три. Три. Таких надо сделать. Ой, извини, неправильно. Где-то. Так, вот 10 сантиметров. Все-таки 11. Вот все-таки 11 надо сделать на всякий случай. 11. 11 размер и до 2. Мы делаем такой шкафчик для кукол. Можете для кукол его использовать, можете его использовать как для органайзера. Ну, не знаю, это ваше. Хотите, так и сделайте. Теперь эти 2 сантиметра загинаем. Вот загинаем 2 сантиметра и надо обрезать, где вы хотите поставить. Например, я хочу тут. Обрезаю тут это место и ставим. Все-таки надо побольше. Еще 1 сантиметр добавим. Тогда один. Так, еще. Должен получиться шкафчик. У меня лунеток. Я так устала, вы не представляете. Вы тоже устанете, если будете делать.
Так. И второе то же самое. Вот должна получиться вот такая вот. Кстати, вот тут я слезала. Вам я просто не сказала. Вот так вот. И еще одну так можете сделать или две. Но мы доделаем потом. А то я уже так устала. Нет. Делал дело. Сделал дело, гуляй смело. Давайте доделывать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь разом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И на этой клеточке обрезываем. Вот тут вот. Обрезываем тут опять. Снова обрезываем тут.